И вернемся на материковую часть Украины. Почти два десятка гостей аквапарка в Харькове получили отравление, проведя пару часов в бассейне. Посетителям пришлось вызывать скорую и полицию. Что случилось и кто понесет ответственность, разбиралась Светлана Шакера. У входа в больницу родители пишут заявление в полицию. Накануне вечером их дети отдыхали в местном аквапарке «Джунгли». Через несколько часов, проведенных в бассейне, всем стало плохо. Был кашель такой, до рвоты, прям ужасный рвотный кашель. Очень слезились глаза, им было плохо, их тошнило. Наталья Неделько сделала подарок на день рождения своим сыновьям-близнецам. Привела в аквапарк. Рассказывает, почти сразу ее насторожил едкий запах. Хлорки. Вот знаете, как, ну, дезинфекция идет в туалетах. Конкретное такое хлорки, такое аж, вот у меня все вот, до сих пор першит, и да, я до сих пор кашляю. Люди заподозрили, в аквапарке произошло какое-то ЧП, и сами стали выводить детей. Вызвали скорую и полицию. Пойдемте в автомобиль. У меня у ребенка одного было, он просто-напросто начал задыхаться. Мы его вывели на улицу, но при поступлении воздуха он начал еще больше кашлять. И врач скорой вышел и сказал, что вот этих троих детей мы 100% забираем в реанимацию. Родители возмущаются. Вместо того, чтобы оказывать помощь, сотрудники аквапарка просто разбежались. Вот я лично попыталась подойти к администратору. Никого нет. Гардеробщица нам сказала, говорит, ну попоите деток молочком. Форс-мажорные обстоятельства. В реанимацию вечером доставили трех детей. Еще троих привезли позже. Им стало плохо дома. Предварительный диагноз – отравление парами хлора. После ночи под капельницами детей отпустили домой. Все дети, поступившие сегодня в удовлетворительном состоянии, выписаны домой. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. В общем-то, по заболеванию. Сегодня же в аквапарке спокойно, как будто ничего не произошло. Несмотря на ЧП, аквапарк сегодня работает в прежнем режиме. В выходной здесь многолюдно, люди приезжают целыми семьями. Даже комментариев в прессе в аквапарке не дают. И что произошло, не объясняют. Руководства нету. Сегодня выходной, руководства нет на месте. В понедельник приезжайте в рабочий день. Накануне администрация аквапарка даже не позволяла контролирующим органам взять пробы воды. Только после вмешательства областных чиновников воду из бассейна все-таки взяли. По предварительным данным, ее химический состав не соответствует нормам. Порушено кримінальну справу щодо невиконання обов'язків по охороні життя та здоров'я дітей. Санкція даної статті передбачає штрафи або обмеження волі на строк до 3 років. Тем временем родители пострадавших детей говорят, будут добиваться наказания виновных. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков.